Короче, братва, это опять очередная попытка попробовать. Что я понимаю, что ну попробовать хочу. Как крутые трусы. Призы. Магазин. Магазин. Че, у нас уже 15-е, да? У нас уже 15-е число. Рулетка. Открыть 20 тысяч. Вот интересно, ну выпадет что-нибудь интересное, ну что-нибудь ценное, очень дорогое, кроме всяких крутых масок, которые похожи на Стаса. Хоть раз в жизни вот какой-нибудь там рюкзак охреневший. Опять падает супер мега крутой приз. Но я надеюсь, не выпадет какая-нибудь дорогая машина. Ну, уже упала дорогая машина. Как бы базара нет. О, электрогелик. Ну, электрогелик у меня есть. Не, ну это издевательство какое-то. Сколько эти падать будут? О, вернулась. Я от нее когда-то избавился. О, еще одна маска у меня. Короче, теперь у меня две маски. У меня теперь две маски. Ну, рюкзак-то уж какой-нибудь выпадет или не выпадет. О, вернулась маска. А, кого вернулась-то? Вторая маска. Она у меня есть. Не, ну я понимаю все, но хватит мне вот эти билетики давать. Я хочу настоящий крутой приз на день рождения проекта. Ну точно не билетики. Вы выиграли рождественские рожки. Да. Ну стики зачем? Ну, жалко, нельзя отказываться от них. Вот просто их тьма этих стиков. Оп. Очень много. Рюкзак какой-нибудь. Давай Дживанши Париж. Нет, Дживанши черный. Это было бы вообще бомба. Он Сантьяго Скерза упал. Рюкзак такой. А ну понятно, стики. Стики. Ну лодка, рюкзак, тачка, чего-нибудь. Хватит издеваться. Я надеюсь, выпадет что-нибудь. Понятно. Все понятно. Ох ты, нифига себе. Упал рюкзак, накаркал. Да, Ван Гог. Надеюсь, еще на один рюкзак. На хороший такой. Офигенный. Стики. Кстати, смотри, крутишь как-то. Дает. А машина будет? Понятно. Крутая какая-нибудь. О, наушники. У меня есть наушники. Зачем мне опять наушники? Опять эти стики. Еще 10 кейсов. Ну, 13. Ну, что-нибудь. Ну, оно лучше бы вал купала бы сумочка. Оба. О, кстати, оба, еще один Шрек. Ну куда этих Шреков? Давайте вот так сделаем. А, ну это-то понятно.
что это мне упало. О, Гуччи упало. Большие наушники. Да, да, да. Вот надежда на последние 5 кейсов. Просто, ну, пролетела. Феррари Монза. Ну, какая-нибудь тачка. Ну, хотя бы говнотачка пускай выпадет. Ну, стасовская физиономия, ну нафиг она нужна? Опять Стасик упал, да ё-моё, лучше бы Матак вот этот упал бы. Намного приятнее было бы. И чё, всё? А, ещё последний. Надежда на самый последний, прям реально, на самый последний, пожалуйста, ну чё-нибудь. Выбил крутые призы. Выбил рубашку, которую я продал 1000 лет назад. Рога. Шрек. Гуччи зелененькая упала. Это вроде со школьного ивента. Наушники. У меня, кстати, тоже были, их то ли раздал, то ли продал. В принципе, неплохо. Ну, вот так вот, братва. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А с вами был Слава Спец. Всем до скорой встречи. Если ты, кстати, еще не играешь у нас на проекте, вот самое главное забыл сказать. Переходи по ссылкам в описании, скачивай лаунчер и залетай в игру. А для комфортной игры на экране ты увидишь самый лучший промокод. Вводи его, и ты станешь самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strafbury. Залетай, будем играть вместе. Вступай в РМ. И не забудь сделать фамилию, как у меня. Трунов. Ну, либо какую-нибудь другую. Подходящую фамилию под РМ. Все, всем до скорой встречи. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому что выпало, и всем пока-пока.